Хорошо. Прощайте. Прощай с Богом. Значит, пойдешь прямо к Василю? Пойду. Господи, не дай ей пропасть. Помоги ей в городе. Довольно реветь. Земли, сам знаешь, два морга. Лошадь подохла. Семья, сам семь. Чем жить, ну? Господи Иисусе, сбереги ее. Помоги ей в городе, чтобы ей брата встретить. Чтобы работу найти. Господи. Разрешите? Прошу прощения, пан не из Познани? Я не из Познани. Может быть, пан все-таки из Познани. Прошу прощения. Что угодно, пан. Как всегда, черный кофе, холодная вода. Разумеется. Пожалуйста. Пиво 63 бутылки. Ветчины 12 порций. 28 селедок. Ганка, где твои 2 злотых? Не понимаю, зачем ты ее держишь. Вчера опять приходил тот парень. Он предлагает 3 злотых за ее место у вешалки. Да что вы, пани, бог с вами. Я ей всего-то собираю 2 злотых. Да и то еле-еле. Может быть, ты хочешь, чтобы мы тебе платили? Интересно знать, сколько тебе платит твоя квартирная хозяйка за то, что ты на нее работаешь целый день? Тюфяк на кухне и воду из-под крана. Можно идти? Можешь идти. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброе утро. Паня Анна. Холодно. Ну, скажите мне,
Почему не везет хорошему извозчику, а? Конь у меня приличный. Фаэтон в порядке, а седоков нет. Спокойной ночи! Вы еще не спите? Что? Я еще не сплю. Я еще не сплю. Я еще не сплю. Я еще не сплю. Мама. Мама. Пятьдесят грошей, пятьдесят грошей и двадцать, пятьдесят и двадцать, семьдесят, семьдесят и пять, семьдесят пять, семьдесят пять и десять. Гугалка, поздравь меня. Поздравляю, пани Лазарь. Конец. Готов. Кончен проект. Ох. Дай мне что-нибудь поесть. Только хлеб. Давай. Неужели я когда-нибудь увижу этот завод? Увижу его здание, подъездные пути. Увижу его станки. Галка, скажи, ты мечтаешь когда-нибудь? Я? Да. Мечтаю. О чем? Может быть, пану угодно лук? Нет, пану не угодно лук. Ну, о чем что мечтаешь? Чтобы все были живы и здоровы. А еще? Чтоб батька лошадь купил. Ну, а еще, по-настоящему, всей душой, когда не спишь по ночам. Чтобы накопить денег и выйти замуж. Это все. Немного же тебе нужно. Ты счастливая, Ганка. Да. Накопил ты что-нибудь за эту неделю? Да. Два злотых. Вот возьмите, пани Лазарь, спрячьте. Сколько же у меня твоих денег? 70 злотых. Да? 70 злотых? Ты неплохо устроилась. Тебе здорово повезло в городе. 70 злотых за 2 года. Ага. Мне тоже повезло. Черт возьми. Есть что-то замечательное в судьбе инженера. Все, что ты видишь вокруг, все это сделали мы. Мы, инженеры. А? Да, поняла. 15 лет я живу на иждивении матери. Меня никто не знает.
все-таки именно здесь, в этой дыре, в этой дрянной ловчонке, человечество делает новый шаг вперед. Ты понимаешь? Понимаю. Мы везем его. Я переставляю ему ноги. Кому? Человечеству. Лазарь! Здесь. А я слушаю голоса, голоса. Откуда, думаю, голоса в четвертом часу? О чем ты с прислугой говоришь? Я тебя не понимаю. Мама, я кончил проект. Я переплюнул американцев. Ох, я это слышу 15 лет. Почему ботинки не вычищены у тебя? Я только что пришла, пани. А кто тебя просит отвечать? Тебе делают выговор, слушай и молчи. Что это такое? Вы? Скатерть затекла. Посуда не помыта. Найдите себе другую дуру, которая работала тогда. Что ты сказала? Работаешь, работаешь, все такое. Невозможно с этими деревенскими. Что она говорит, что она думает, что у нее в голове? Что в голове, что в кармане, что в брюхе, все о ней надо знать. Одиннадцать. 86. Сколько? 86. 68. Удивительное дело. С тех пор, как я стал извозчиком, мне ну ни в чем не везет. Обратите внимание. 32. Я не пью, не курю. Конь у меня красивый. Фаэтон в порядке. А седоков нет. Все это мы слыхали. 49. А, седоков нет. 71. 18. Лазарь, ты опять проигрываешь. Сейчас иду, он. Да у человека нет никакого интереса к игре. Мать никогда не может судить об интересах сына. Верно, пан Аван? Я никогда не слушаю ваших острот, пани Зигмунд. О! 90. Пани Роза, мне нужно с вами посоветоваться. Ах, объявление опять. Ну, читайте, читайте. 27. Девица, понимающая в хозяйстве, желает вступить в солидный и обеспеченный брак. 8. Многодетных вдовцов и евреев просят не беспокоиться. Евреи не беспокоятся дальше. 15. Я кончил. Ох, и везет же вам, парни добрые. Ну, еще одну партию, прошу, поновим. Карта 5 грошей. С вашими объявлениями я проиграл. Кому везет? 10 грошей. Конечно, пану добрых. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня нет мелочи, пан Зигмунд. Я отдам после игры. Прошу прощения, пани Лазарь, это невозможно. Почему? Потому что вы недостаточно кредитоспособны, если вам угодно. Я вам даю честное слово. Я глубоко тронут, но мне надо 10 грошей. Мама, дай мне 10 грошей. Мальчик. Ты же у меня взял твои карманные деньги за неделю вперед. Куда ты их девал, я не понимаю. Ну, суди мне 10 грошей. Покупатель. Я покорнейше прошу пана Зигмунда поверить мне в долг 2 карты. Я не проходимец. Правильно, вы не проходимец. Но вы 15 лет состоите на иждивении у матери. Начинаем игру по новой. В таком случае я заявляю вам во всеуслышание, что вы порядочная дрянь. Дрянь тот, кто выпрашивает у матери деньги на кино. Ха, инженер, вы даже подштанников себе купить не можете. Пане Зигмунд, вы ведете себя непристойно. Непристойно женихов заманивать, прелестная панна Ванда. Пане. А правду говорить то пристойно. Грубый мужик! Вы заманиваете женихов приданным. А где оно? Вы его прокушали. Очаровать тебе шатен, согласно объявлению. Подлец! Невинный подлец! Может, пан все-таки возьмет коробку конфет для своей дамы? Это вполне...
мне заменяют букет цветов. Пейте, пейте на здоровье. Вы кто такой? Вы почему позволили себе орать? А! Не волнуйтесь, достопочтенная пани, а то у вас сделается разрыв сердца или лопнут глаза. Вон из этой комнаты. Не пугайте меня, я не боюсь. Я плачу вам 15 злотых за комнату. И вы скорее удавитесь, чем лишитесь такого жильца. Сокровище! Загадил комнату так, что войти невозможно. По 3 недели не меняете белья, а сами жрете конфеты. Где вы работаете? Вот ткач, я знаю, что это ткач. Вот невеста, я знаю, что она невеста. Вот где извозчик? Вот извозчик. Я знаю, что он извозчик. Я хозяйка. А вы кто? А я художник-гравер. И вы это сами прекрасно знаете. А, дядя, вы все, вы не гравер! Какой вы гравер, если вы торчите в слесарной мастерской? Нет, вы не гравер! Да-да-да-да-да! Все знают, что вы будете кастрюлю, кастрюлю! Кастрюлю! Я кончил академию пения! В тюрьме вы кончили академию! Тихо! Тихо! Дайте я скажу, и все станет на место. Вы вообще должны молчать. 3-й месяц не платите за койку. Это первое. А во-вторых, вы извозчики должны знать свое место. Идите. Добрый вечер, панове. Вечер добрый, панове. Добрый вечер. Прошу прощения. Почему у вас сегодня так тихо? Лоси. Успеешь. Вечер добрый, пани Скороход. Здравствуйте. Прошу прощения, как ведет себя сестра? Не гуляет? У меня не гуляет, а в ресторане я не знаю. Идите на кухню. Прошу прощения. Пожалуйста. Василий, что за шум у вас там на фабрике? Вряд вызывали полицию? Что, забастовка? Нет, нет. Просто людям трудно жить, и мы хотели поговорить с хозяином. Ганка, через 30 минут ты скажешь, что тебе пора в твой ресторан. А полы у тебя еще не помыты. Она помоет, пани Скороход. Да, Янек, вы что-то хотели сказать. Да, я хотел сказать. Я вот что хотел сказать, панове. Ну, посердились, покричали на здоровье. Давайте играть дальше. А? Вы знаете эту идею? Карта 5 грошей. Платить наличными. Пани Роза, это тоже мне давать объявление. Молодая пикантная шатенка, не то. Слишком игриво. 100 лет составляете объявления, до сих пор не научились. Пишите, я вам буду диктовать. Девица с приданным очень хочет выйти замуж. Согласна на любой возраст и наружность, кроме прокаженных и сумасшедших. Лишь бы были деньги. Так не пишут. Так, конечно, не пишут. Так думают, милая моя. 85, 46. Прошу. А почему вы подаете? Простите, официант болен. А где хозяин? Простите, хозяин занят в кабинете. Там офицер. Вода теплая, кофе жидкий. Переменить. Thank you.
прошу. Позвать хозяина. Простите, почему? Хозяина позвать. День добрый, пани Комаровский. Мое почтение. Почему мне подает швейцар? Простите, то не швейцар, то келлер. Почему мне подает бывший швейцар? Кофе пролито на блюдечко. Разрешите, я переменю? Нет. Если меня Станислава Комаровского в вашем заведении обслуживает швейцар, то пусть он и продолжает. Но пусть он подает сообразно правилам приличия. Переменить кофе достойному пану. Нахальство. Тебе чего? А тебе чего? Где ты его, а? На свадьбе. Кто же ты его? Кто его? Где его? Полиция. В пикете стоял. А ты откуда? Почему ты не на работе? Выгнали? Я ему подаю. Подаю как следует. Стакан, салфетка, сахар. Улыбаюсь, как полагается. Прошу, прошу. А он придирается. Придирается, придирается. Выросло дурище на мою голову. Ты Розе не говорила? М? Смотри, не говори, а то она тебя с койки выгонит. Это и есть твоя сестра? Она. А ну-ка, выйди на минутку. Ты мне говорила, что задержала человека в ресторане. Помнишь? А когда это было? В прошлую пятницу. А что за человек? Такой, худощавый, в темном полосатом костюме. Кудлатый. Томаш, вот дура. Корова ты. Томаша погубила. Такого человека. Ох, стукнул бы я тебя сейчас. Ну как? Она? Черт ее разберет, не помнит она. Ну выйди посиди там. Одна ты. Как березка.
Чего ты на меня крестишься? Что ты на меня уставился? Ты меня знаешь? Конечно, знаю. А откуда же ты меня знаешь? Где ж ты меня видела? Я? Да. Ой, не видела, не видела, не знаю. И сейчас не вижу, и не знаю. Это я вижу с придурью. Томаш. Томаш. Она сможет меня проводить? Конечно. А где она живет? Где б не жила, проводит. Анна, вставай, пора. Аночка. Аночка. Вставай, вставай, вставай. Вставай, пора, пора. Она? Иди, иди, тёлка. Кофе ему холодный, вода ему тёплая. К чему подает швейцар? Позвать хозяина. Ну, опять беру кофе, опять несу. Опять улыбается, как полагается. Опять презирается. Кофе пролито на блюдечко. Вам налево, понятно? Прощай. Простите. Вы на меня не сердитесь, что я вас тогда в ресторане схватила? Сердился, конечно. Теперь отошло. А как вы тогда? Убежали от них, что ли? Подрастешь, узнаешь. Обними меня! А ну, тёлка! Спасибо, Паненко. Больше я на вас никогда сердиться не буду. Вот еще привязался. Знаете, я так волнуюсь, полтора года он работал над этим проектом для конкурса. А вы слышали, что сказал пан главный инспектор? Лазарь, что сказал пан главный инспектор о твоем проекте? Он сказал, что это выдающееся явление. Слышали? Пан главный инспектор сказал, что это более чем выдающееся явление. Пан может думать, что это яблоко, но это ананас. Да, кстати, не гладите, оно гнилое. Оно не гнилое, но я вам с удовольствием. Проекте брешут такое, говорят, чуть не гениально. Ну, гениально. Во всяком случае, примите поздравления от бывшего художника. Проект еще не принят. Рано поздравлять. Но он будет принят. Надеюсь. Вот, пока вы надеетесь, тут-то и надо поздравлять. Паня Лазарь, я готова. Интересная шляпка. Знаете, она вас молодится.
надо будет мне примерить. Лазарь, ты взял перчатки. День добрый, пани. День добрый, пан. Могу ли я просить прощения за вопрос? Здесь проживает панна Ванда Ладовска. Это я. Станислав Комаровский, коммерсант. Могу ли я вторично просить прощения за еще один вопрос? Панна давала объявление в брачную газету? Да, давала. Пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас в комнату. Прошу. Прошу прощения, то ваше семейство? Нет, нет, то не ее семейство, то мой отель. Станислав Комаровский, коммерсант. Мадам Скороход. Я вижу, панна Ванда собралась гулять. Да. Нет, нет. Может быть, панна Ванда изменит свое намерение и даст согласие на небольшую прогулку со мной? В деловых видах. Да, да, она согласна, согласна. Прошу. Пустите свое счастье. Анка, пальто, новую шляпу, зонтики, сумку, быстро! Подождите, пани Роза. Прошу прощения, один момент. Два слова. Да, пожалуйста. Пани хозяйка может гарантировать полную добропорядочность панны Ладовской. Непорядочных я не держу. Благодарю вас. Пожалуйста. А известно, пани хозяйке, что ту девку, которая только что скрылась, несколько дней назад скандально выгнали из ресторации. Что вы говорите? Именно. Так я и знала. Вы же обещали пойти со мной. Но ведь это жених. Но ведь я первый пригласил. Жених, пани Лазарь. Ах, панна Ванда, только вчера вы мне говорили о ваших чувствах. Ну ведь это же настоящий жених, пани Лазарь. А. Анка! До свидания. До свидания. А куда же ты все эти дни ходила по вечерам? На панель? Я ему подаю, подаю как следует. Стакан, салфетка, сахар. Вот так он и так я... Улыбаюсь, как положено. Просто волнующий роман. А что ты ела эти дни? Потому что я у себя воровства не допущу. Имей это в виду. Я ничего у вас не брала. Ну, значит, ты уже умерла с голоду. Да, я забыла. Ты же вышла на панель, как котка. Я искала работу. Работу она искала. Где? Какую? Работа у нас валяется на улице. Мне обещали работу. Нет, честное слово, она меня считает идиоткой. Собирай вещи. Я даю тебе койку, но не могу держать ни голодных, ни безработных. Конец. Ну, если вы готовы, пани Роза, может быть, мы прекратим эту канонаду? Да, я готова сейчас. Собирай вещи. Пани! Ну, чего тебе? Я ходила. Ходила каждый вечер. Искала работу. Я у вас ничего не брала. Ни крошечки. Если что, я ела так свое. Я вас очень, очень прошу. Не выгоняйте меня, пани. Каждый раз меня губит моя доброта. Когда-нибудь я и сдохну под забором, потому что раздам все, что у меня есть. Спасибо, пани. Там на кухне вчерашний суп. Можешь поесть. Котлеты не трогай. Лазарь, следи за покупателем.
некий римский философ позволил себе изречь. Скажи мне, где ты проживаешь, и я скажу тебе, кто ты. Вот здесь я проживаю, очаровательная панна Ванда. Здесь мы собьем наши уютные гнездышки. Ибо будущей супруге я желаю видеть по качеству верную подругу жизни и добродетельную мать моих детей. Я надеюсь, панна Ванда простит мне мою невольную грубость. 200 грамм. 100 грамм. Простите, 100 грамм бженчики. И 200 грамм малиновки. Благодарю вас. 200 грамм малиновки. 27, 31, 41, 35 в периоде. С вас 40 грош. Вы только что сказали 35. А 35 в периоде. Любовь, панна Ванда, и чувства возвышенные, и весьма завлекательные. Панна Ванда разделяет твои взгляды. Вот почему мне не безинтересно знать, как панна Ванда содержит свой капитал. Бумаги, в земле, в недвижимости. И он должен какое-нибудь доходное предприятие. Он в сундуке. Ах, в сундуке, простите. Ну? Ну и поцеловал. Врешь ты. Ничего не вру. Схватил, подошел в подворотню, обнял и поцеловал. Не может быть этого. Это тебе приснилось. Подумаешь, а что ж тут такого? Приснилось. Очень сладко поцеловал. Он что, рабочий? Рабочий. Глаза твои бесстыжие. Жена? Да ты что, сдурела, что ли, в самом деле? Уж не замуж ли ты за него собралась? А хоть бы и так. Очень сладко поцеловала. Вот они, девки, а? Что у них на уме? Пока нам полиция голову ломает, они своего добиваются. А вы чего добились? Что тебе голову проломили? Всего добились. Чего требовали, того и добились. А он у вас что, самый главный? А вам эта барышня к чему? Ни к чему. Все равно с ним в парк гулять пойду. А ты, может быть, скажешь, что он тебя и в парк звал? Нет. Что нет? Я его сама позову. Да как же ты его позовешь? Как? Да. А вот как. Как увижу, подойду и скажу. Знаете что? Вы гулять ходите? Он скажет, хожу. А я скажу, пойдемте со мной гулять в парк. А он скажет, не пойду я. А я спрошу, почему? Он скажет, неинтересно мне с тобой, скучно. А-а-а. Целоваться не скучно, а гулять скучно. Эта встреча оставила глубокий след в душе Станислава Комаровского. Этот след не исчезнет никогда. Что касается деловой части нашего разговора, то я попрошу панну Ванду переждать 3 дня. Через 3 дня я буду счастлив видеть вас в ресторане «Атлантический океан». Что на овощной улице? Я вам должен сказать, что по общему признанию членов жюри ваш проект превзошел все, что нам знакомо в современной технике. Мы, старые инженеры, должны поблагодарить вас за то высокое, я бы сказал, эстетическое наслаждение, которое доставило нам рассмотрение ваших работ. Однако, к несчастью, компания решила вообще таких заводов не строить. Как не строить? Почему? Постройка такого завода вызвала бы ненужные отклики со стороны наших иностранных акционеров.
Паненко. Добрый вечер. Здрасте. Скажи-ка мне вот что. Да, ты нашла работу? Не нашла. Скажи-ка мне вот что, когда у тебя был последний раз Василь? В воскресенье. С тех пор ты его не видела? Нет. Странно. Ну, прощай. Прощай. Ты что? Знаете что? Вы гулять ходите? Гулять? Как гулять? Ну, гулять. А гулять? Хожу. А ты что, хочешь со мной погулять? Вот еще. Нашли с кем гулять. Выдумали тоже. Да и некогда мне. Ах, некогда. Но если некогда, так прощай. Ушел. Вот дура. Пан Зигмунд, мой проект. Кто так смотрит? Мой проект принят. Лазарь. Мой проект принят. Пан Зигмунд, я буду строить завод. Пан Ванда. Пан Ванда. Где пан Ванда? Я буду богат. Яна, Степан, мой проект принят. Я буду строить завод. Пан Ванда, где пан Ванда? Ах, вот она. Пан Ванда, мой проект принят. Мы идем с вами в ресторан. Что я хочу? Анна! 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 Анна, мой проект принят. Вычисти мой черный костюм. Анна, пан Ванда будет строить завод. Пан Ванда, что я вам скажу? Я вам только вот что скажу. Если вам понадобится куча... Простите. У меня болит голова. Ничего не понимаю. У Лазаря принят проект. И все на месте. И стол стоит. И домбик, и Стефан. Вот лампа висит. И я ничего не понимаю. А, Юзеф, здравствуй, Юзеф. У нас в доме счастье. Принят наш проект. Поздравляю, пани. Спасибо. Поздравляю, пана инженера. Пани вас просит в полицию. Какую полицию? Когда? Немедленно. Ой. Поздравляю, пани. Ой. Поздравляю, пана инженера. Поздравляю, панове. Боже мой, что им надо от меня в такой день? Хватит с них. Лазарь, хорошая рубашка лежит в нижнем ящике. Все кончилось благополучно. Лазарь, вы знаете, я жду пана Комаровского. Сегодня у нас должен быть решительный разговор. Да. Боже мой, почему так странно смотрите? Поймите, Лазарь, ведь если я не пойду с паном Комаровским, вы считаете, что я должна пойти с вами? Тогда я буду ждать пана Комаровского. Ванда.
Войдите. Ваня Лазарев, знаете что? Что? Возьмите меня на работу, горничная. Что? Горничная. Хорошо. Хорошо, возьму тебя горничной. Правда? Со стиркой? Вероятно, со стиркой. Что? А сколько пан Лазарев положит мне жалования? Ну, скажем, 20 или 25 злотых. На всем готов? Не знаю. Уходи. Потом. Ну, чего тебе еще? Может, там даст мне задаток? На 10. На 15 злотых. Уходи. Вот он, передо мной. Я вижу его. Стекло, бетон, сталь, машина. Я иду. Легкое жужжание мотора. Как в церкви, почти тишина. У ворот мраморная доска. И на доске написано так, что все могут читать, и все читают. Этот завод построен по проекту инженера Лазаря Скороход. И ворот голубой Бьюик. Что? Бьюик. Да. Мы едем. Мы едем домой? Превосходно. Мы едем домой. Меня ждет почта. На серебряном подносе. О, это великолепные огромные письма. Я вскрываю их. Фирма Борзик просит построить завод. Анна Ванда оказывается уже здесь. И притом с кавалером. Простите, простите. О чем мы говорили? Нашей новой квартире. Да, меня уничтожить нельзя. Поймите, Ванда, человеческую мысль уничтожить нельзя. Мы сидим в норах, безвестные, нищие, среди пушляков. И все-таки в бессонной ночи мы, именно мы, движем человечество вперед. Мы ведем. Шагай, 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 шагай! Шампанского. Самого лучшего. Французского. Фруктов. Ананас. Что, нет ананас? Так достаньте. Ничего не говорю.
Ну, я сам скажу. Выходить за меня замуж. Ой. Сам Пан Лазарь. Ну, где твой Василь? Не знаю. Ах, не знаешь. Ты не знаешь, что он арестован? Кто? Дрянь такая. Как вам это понравится, панове? Меня сейчас вызывают в полицию. И мне говорят, чтобы я была осторожна с этой девкой. Идиотка такая. Почему Паник? Я не выгнал ее еще в воскресенье? Паник! А что же будет с Василем? Вот сейчас я побегу в тюрьму. Я узнаю, что будет с твоим Василем. Собирай вещи. Через минуту получишь паспорт. Паня. Простите, я не могу, что не выгнал эту мерзавку еще в воскресенье. Панове, поздравьте меня, у меня в доме воровка. Да что вы, пани! Панове, будьте свидетелями, она взломала комод. Да это же мои деньги! Вот, они же с комода, они еще пахнут нафталином. Мне там парла! Ярик, стойте в дверях, никого не выпускайте. Пани! Стефан, принесите из кухни ее вещи. Пани, это мои пани, деньги! Пани, Зигмунд, зовите полицию! Пани, мне там парла! Хозяйку, такую хозяйку пани. Она в такой торжественный день, когда у пана Лазаря принят проект. Обокрасть хозяйку, стой! Сколько ты украла? Сколько ты украла? Сколько ты украла? Пан Лазарь дал мне 15 злотых. Ух ты, мерзавка. Ты еще мне скажешь, что комод взломал пан Лазарь. Лучше мы поедем в Швейцарию. Тишина, покой, город. Ни мама, ни дом, ни лавки. Мне никому не надо глядеть в глаза. Паня Лазарь, надо танцевать. Или пойдем домой. Домой? Как вы не понимаете, что я не могу вернуться домой. Зачем я пойду домой? Торговать яблоками? На нас смотрят, пани Лазарь. Что? Нет. Лучше я умру с голоду. Я буду мастить дороги. Зачем? Я ничего не понимаю. Да ведь вы же богат. Кто богат? Ах, да. Я богат. Счет. Мне нужно поговорить с хозяином. Прошу вас.
меня не хватает денег. Не хватает 40 злотых. Зачем же пан заказывал шампанские ананасы? Когда нет денег, берут пиво, берут селедку, ничего не берут. Я инженер. Через полчаса я вам верну эти деньги. Охотно верю. Но пока деньги не будут здесь, ваша дама посетит в ресторан. С кем вы разговариваете? Это же нищий посяк. Он торгует гнилыми яблоками около синагоги. Его дама просидит у вас до второго пришествия. Я попросил Гусана! Не кричите, здесь не базар. Часы у вас есть? Портсигар? Кольцо? Ничего нету, пан инженер. Придется, кроме дамы, оставить залог пиджак и шляпу. Простите, может быть, пани посидит. Прошу вас, полюбуйтесь. Мошенник, шарлатан, поддельный пан. Напрасно плачете, пани. Слезы изменницы не проникнут до моего сердца никогда. Мама! Дай мне 40 злотых! Дай мне 40 злотых скорее! Дай мне 40 злотых, мама! Какие 40 злотых? Мне нужно 40 злотых, скорее. А? Что с твоим проектом, Лазарь? Все это не важно, все это я расскажу потом. Но? Дай мне 40 злотых. Посмотри мне в глаза. Где ты взял деньги на ресторан? А? Вот! Обокрал родную мать, подлец. Ты же обокрал мать. Ты же обокрал родную мать. Люди, люди, что ж вы молчите? Ну посмотрите на него. Посмотрите на моего сына. Умоляю. Я ночей не спала. Я куска не доедала. Ты мне не сын, негодяй. Ты домашний вор. Пусти! Пусти! Пусти, мама! Пусти! Чего? Не пущу, мама. Я сдохну тут на пороге, не пущу. Пусти, мама. Не пущу. Через мой труп ты подойдешь к деньгам. Только через мой труп убийца. Пусти! Ай! Ай, Павел! Что же это такое? Ой. Наблюдаю весьма поучительную домашнюю сцену. Ну, довольно, довольно. Довольно. Позвольте представить вам достопочтенных панов, которые помогли мне освободить эту печальную жертву легкомыслия. Бесстыдница. Что касается пиджака и шляпы, то пани хозяйка может получить их, погасив задолженность своего сына в Атлантическом океане. А вам, пан Прощалыга, я посоветую брать с собой деньги, когда идете до ресторации. Да еще с дамой. Yeah.
вижу мое место. Значит, все это неправда. Значит, вы врали мне. Вы дали мне ворованные деньги. Пани Лазарь, как вам не стоит? Ты еще будешь соваться. Вон отсюда, холопка! Не кричите, я уйду. Пани Лазарь, отдайте мне мои деньги. Какие еще деньги? Пан Лазарь взял у меня на сохранение 70 злотых. Ты брал у прислуги деньги? Я потратил их на чертежи. Ты брал деньги у прислуги? Мама, ради бога, отдай ей 70 злотых. Ради бога. Пани, ради бога. Он брал у прислуги деньги. Пани. Нет, этой страшной ночи я не переживу. Пани, голубушка, золотенькая, подумайте, что же со мной будет? Отдайте. Хоть половину отдайте, пани. Паспорт получила? Убирайся вон. Ну, ладно. Подавитесь вы моими деньгами. Жрите их. Жрите. Все равно вам счастья не будет. Зовите полицию. Ты старая ведьма. Тебе подыхать пора. А ты над деньгами трясешься. Да кому ты нужна со своими деньгами? Ни богу, ни черту. Смотреть на тебя противно, холера. Ганка, опомнись. Да что опомнись? Все вы тут хороши. Озверели, как волки. Только называетесь людьми. И за гроши глотки друг другу перебьете. Нет вам счастья. И не будет. Вот. Ваше счастье. Господи, да если бы у меня были деньги, я бы милостыню тебе подала. Фу! Дрянь. Я тебя отвезу. Сейчас запрягаю. Куда хочешь, отвезу. Хоть на край света отвезу. Вы обманули меня. Вы же знаете, что у меня кончаются деньги. Что я не могу больше ждать женихов. Где голубобюйка? Где красный мебель? Где серебряный поднос? Из-за вас я потеряла жениха. Такого благородного, такого богатого. Такого элегантно! Довольно. Идите к вашему жениху. И пойду. И пойду. Я найду его под землей. Где он? Идите к вашему жениху или хоть к чертовой матери. Шарлатан и поддельный пан! И он еще смеет на нее кричать. Молчать! Довольно. Хватит. У меня мерзела эта жизнь. Проклята твоя лавка, твои яблоки, эти деньги, 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 злото и гроши. Будь проклят институт, который сделал меня инженером. Я хочу жить и работать, работать и жить. Неужели это невозможно? Мне 40 лет. Простите, где здесь живет пан Станислав Комаровский? Пан Станислав Коммерсант. А Комаровский-то... Вы сейчас пройдете этот двор, за ним другой, а потом направо и на самый верх. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Простите, здесь живет пан Станислав Комаровский. Пан Станислав. А, коммерсант. На самый верх, пожалуйста.
Шипом кируш раскликнул тень радостный, чей нигде уж не венчий ясный весны, чей солнце в... Дальше ехать некуда. Неведомая тебе неземная страсть ожидает тебя неизвестно. Откликнись по адресу почтовый ящик 17. Нет, все это было. Боже мой, что же мне делать? Видел ли ты мое тело, созревшее для любви? Дети, возраст помехой не служит. Нет, все не то. Господи, да помоги же мне. Набожная, юная католичка. С девичьей кожей, с разговорным бархатистым телом.
ищет солидного покровителя христианина. Нет, все не то. Все это было. Все это было. Было, было. Было. Было все. Было. Я окончил академию в Вене. Мне никто не помогал. У меня не было ни отца, ни матери, ни наследства. И все-таки мое имя написано золотом на мраморной доске в вестибюле академии. Я 7 лет прожил в Париже. Сам Ренуар пожимал мне руку. А сейчас Зигмунд Домбек чинит примуса на затворках Европы. Так вот я вас спрашиваю, кто должен кричать? Я или пан Лазарь? Этот мальчишка? Хорошо. Вы очень хорошо рассказали про себя, пане Зигмунд. А теперь скажите мне, зачем все это, а? Зачем Бог дал вам громкий голос и умную голову? Зачем эта подлая жизнь? Подумайте, пане Зигмунд, а? Меня можно заставить делать все, что угодно. Даже лудить кастрюли. Но думать об этом мне надоело. Должен много деваться. Что, Лазаря, нет у вас? Ой, я не знаю, я с ума сойду. Я не знаю, где мне его искать. Что же мне делать? Панна Ванда, простите, пожалуйста, что Лазаря нет у вас? Ай! Вам, кажется, скучает. Я виноват перед тобой. Я очень виноват. Деньги я тебе верну, ты не беспокойся. Ешь, ешь. Домой я не вернусь. С этим покончено. Я скорее сдохну с голоду, чем покажусь там. Я уеду отсюда. Куда? Далеко. За границу. В Россию. В Россию. Там строят заводы. Говорят, там строят очень много заводов.
Пусть они только дадут мне работу. Я им построю такой завод, какого еще не видел мир. Вот заработаю денег на дорогу, отдам тебе 70 злотых и уеду. Пане Лазарь, знаете что? Что? Не надо мне 70 злотых. Возьмите меня с собой. Тебя? Да что ты там будешь делать? Я? Я буду работать. Я буду у вас прислугой. Пане Лазарь, миленький, золотенький, ну возьмите меня с собой. Я буду работать за даром, за койку и за еду. А, пан Лазарь? Ну? Пропаду я тут. Ну что ж, берете комнату. Два злотых, деньги вперед. Пане Лазарь. А, пане Лазарь? Спать надо. Там городов много? Много. Большие? Пане Лазарь, а земля там по селам хорошая? Ты будешь спать или нет? А когда мы поедем? Спи. Так, есть попрошайничество, есть бродяжничество. Ну, что же вы собирались делать дальше? Я вам скажу. Воровать. Мы искали работу. Тот, кто ищет в Польше работу, тот ее находит. Я 15 лет ищу работу. Ах так. Может быть, вам не нравятся наши порядки. Может быть, мы вам не нравимся. А почему, собственно, вы должны мне нравиться? Чтоб вы покалели, проклятые. Предупреждаю. Мы находимся при исполнении служебных обязанностей. Я и пан писарь. Чтобы он в стул присох, ваш писарь. Ого. Это, пожалуй, стоит записать. Сколько лет живу в городе, никто доброго слова не скажет.
То дура, то корова, тёлка. Ничего, ты еще найдешь свое счастье. Да, это Бог. Так-так, значит, жила ты одна у чужих людей, трудилась с утра до ночи, бывала у одного только брата. Он у тебя хороший человек? Очень хороший. За что только его арестовали? Видишь ли, Анна, как бы тебе это объяснить? К нему ходили... Плохие люди к нему ходили. Плохие? Плохие, да. Кстати, кого ты у него встречала? Я? Да. Много, много. Ну, узнать можешь? Конечно, могу. Вызвать заключенного. Ты отвернись от двери. Вот так. Погляди. Сюда. Так, значит, жила ты одна у чужих людей, трудилась. Ну, погляди теперь. Погляди. Вот этого ты встречала? Встречал ты его, брат? Этого? Да. Этого не встречала. Не встречала? Нет. Так, чудно. Встать! Ну-с, Анна Колечко, может быть, вы все-таки встречали этого человека на квартире у вашего брата в день забастовки? Поглядите внимательней. Хорошо. Я погляжу. Я его. Честное слово, мне просто жаль, что я не знал ее раньше. Так, так, ну? Я очень благодарен пану следователю, что он познакомил меня с этой девушкой. Так, чудно, ну? Если бы не наручники, я с удовольствием пошел бы с ней гулять в парк или хоть на край света. Довольно. Успеете еще отправиться на край света. Так ты не знаешь его? Нет. Нет? Чудно. Не смейте ее бить! Лазарь, я все узнала о твоем деле. Это пустяки, ты можешь быть совершенно спокоен. Да, я принесла тебе тут апельсин, ты шоколад возьми. Я хорошо заплатила, кому нужно было, и дня через два ты сможешь вернуться домой. Мама, я уже сказал тебе, я не вернусь. Я не верю этому, Лазарь. Домой я не вернусь. Я же все знаю. Да, я скупая, я злая, я завистливая, я мелочная торговка, но я же всю жизнь работала для тебя. Я это знаю, мама. Спасибо. Что ты знаешь? Что ты знаешь? Ты ничего не знаешь, белоручка. Посмотри на мои руки. Я была прачкой, я стирала грязное солдатское белье, я мыла полы в общественных уборных, я по месяцам не ела ничего, кроме хлеба. А разве всегда был хлеб? Лазарь, сын мой, мальчик мой, я работала, работала, работала для тебя. Все для тебя. Я хотела, чтобы ты учился,
чтобы ты стал инженером, чтобы ты был умный, чистый, богатый. Я ж хотела, чтобы ты был счастлив, Лазарь. Мама, не мучь меня. Я не могу вернуться. Ну, хорошо. Тогда объясни мне, ты, инженер, зачем пропала моя жизнь? Объясни, потому что я не такая грамотная, как ты. Я сама понять этого не могу. Я не вернусь никогда. Ну, ничего, ничего. Когда ты очень захочешь кушать, ты вернешься домой. Я тебя знаю. Сам гулять позвал. Вот тебе и тёлка. Ничего не понимаю. Слушай, Зигмунд, сядь, сядь. Слушай, ты помнишь Ганку? Какую Ганку? Ну, ту самую Ганку, которая работала до тебя у меня прислугой. Помнишь ее? Так эта самая Ганка говорила сейчас в театре речь. Перед целым городом там было 2000 человек, не меньше, клянусь тебе Богом. Какая Ганка? То есть я глазам своим не поверила. Откуда у нее столько слов? Это ж простая деревенская девка. Ах, это та Ганка! Это та самая Ганка, которая не умела как следует ботинки почистить. Кстати, почему ты чистишь ботинки в столовой? Сколько раз я тебе говорила, что для этого есть кухня. Так там темно, ну. Темно. Ни для кого там не было темно. Даже для Ганки там не было темно, для него там темно. Простите, я заставил вас ждать. Что, пане, угодно? Стакан воды. Сегодня все на улице. Трудно сидеть дома. Может, пане, угодно яблоко? Ищите, блинчики, только что полученные свежие розмаринки. День добрый. Анна. Анна. Боже мой. Здравствуй, Анна. Здрасте, пани Лазарь. Откуда ты? Где ты пропадала? Сколько лет мы с тобой не видались? 3 года? 5 лет? Ты долго сидела в тюрьме? Почти год. Год. А мы по-прежнему.
по-прежнему торгуете в лавке? Да, я по-прежнему торгую в лавке. Ну, садись. Садись сюда, сюда. Да, я на тебя посмотрю. И как ты изменилась. А я? Говорят, не очень. А вы по-прежнему торгуете в лавке? Да. Я по-прежнему торгую в лавке. 5 лет я не брал в руки чертежей. Мои проекты валяются в кладовке. Ну, рассказывай о себе. Пане Лазарь, я хотела спросить, как пани Роза, как пан Домбек? Жив, жив. Ну, ты работаешь, рассказывай все по порядку. Я хочу все знать. Пане Лазарь, я хотела у вас узнать об одном человеке. Помните? Томаш. 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 Ну, вы вместе с ним сидели в тюрьме. Крутицкий? Да. Разве ты не читала в газетах? Его казнили. Я часто вспоминал тебя, Анна. Помнишь? Как мы мечтали с тобой уйти отсюда. И даже пошли. Просили милостыню. Да, что ни говори, а жизнь и мечты — это совсем разные вещи. Впрочем, ты никогда не умела мечтать по-настоящему. Вечно ты мечтала о какой-то ерунде, чтоб батька лошадь купил, чтоб все были живы-здоровы. Кстати, купил твой отец лошадь? Вот видишь, никуда мы не ушли. А советы пришли к нам сами. Отчего они не пришли 5 лет назад, когда я не умел торговать, но умел мечтать и работать? Замуж ты, конечно, тоже не вышла. Так я и знал. Ну, где же ты работаешь? Какой прекрасный завод. Где это? Готовится? Познань. Шла и дошла. И сейчас ты оттуда.